Аушихни, всем привет! Сегодня еще будем говорить про одну комедию. Sice už se nám blíží jaro, ale venku je ještě pořádná zima. A proto se podíváme ještě na jednu rodinnou zimní komedii, která je opravdu velmi zajímavá. A jmenuje se S tebou mě baví svět. Tak začínáme. Kamera, klapka, akce. Film byl snět v 1982 году. Режиссером женщиной, которую вы уже знаете, Марии Поледняковой. И эта комедия, в принципе, о детях и о родителях. И в 1998 году программа «Чешское телевидение» провозгласила вот эту комедию прям комедией столетия. В главных ролях вы увидите Юлия Сатинского, это же словак, Václava Postráneckého, Павла Нового, Яну Шульцову, Elišku Balcerovou a opět ženčinu i Slovákii Zdenu Studenkovou. No a o čem ten film vlastně je? Всё начинается, когда вот три друзья, мужчины, готовятся на такой специальный отпуск. Мы говорим на чешском «панська їзда». Вот для вас, у вас, наверное, нет ничего такого на русском. Поэтому можно так сказать, такой специальный мужской отпуск, где только мужчины, и они просто едут куда-то без женщин. Существует панская езда, и наоборот, есть и дамская езда, только когда есть жены, женщины, девушки и так далее. Ну и они готовятся вот на этот традиционный мужский отпуск, но они хотят быть, стоят вот на этой такой турбазе в горах Бескиды. Но все изменяют их жены, которые им скажут, что на, вот в этом году они должны взять и все их дети, значит, 6 детей. Ну тогда представьте себе самые вот трое мужчин и 6 детей. И одному из детей, вот думаю, что не только один год или почти один год. Вот начинаются очень смешные ситуации уже на поезде и продолжаются именно на той турбазе, где нет электричества и ни нормального вот, туалета. Вот эти три друзья должны весь день заботиться о детях и готовят различные соревнования. Значит, они вечером должны только упасть от усталости. Но когда? Но один из них каждую ночь уезжает куда-то. Это Пеппа. Но и куда он уезжает? И каким сюрпризом будут неожиданные гости, которые приедут за своими мужами и детьми? Но на тыхле отазки вам самозремне не отповим, protože chci, abyste si tu odpověď našli sami, a to tím, že se на ten film podíváte. No a my už se teď подíváme на některé opravdu velmi oblíbené a známé hlášky z tohoto filmu. No, ведь эти мужчины думают, что они просто хорошие родители, хорошие отца, поэтому они просто думают, что их жены выучили просто только такие основные вещи их детей. Вот видно в этой, прям в этой сцене. Co vlastně ty ženský děti naučili? Jíst, spát, čůrat a kadit. Но и это значит, что вот жены выучили этих детей только есть, спать и ходить в туалет. Хотя вот то, как сказано в этом фильме, это разговорно. Ну, они успевают, хорошо же. Но иногда, ну, можно сказать, не всегда получится. Две сцены очень популярны с этой девушкой Дашенькой. Это первое, это о том, что они ходят вот в ванную просто купаться вечером. И вот ее папа говорит, ну видишь, что зладнеме и без маминки. А маминка мне всегда перед купанием сундава бачкурки. Ну, видишь, что дотяжеме и без маминки. А маминка мне еще перед купанием сундава бачкурки. Это значит, что, ну вот знаешь, видишь, мы успеем и без мамы. Ну и она отвечает, ну да, но мама обычно перед купанием, она мне снимает тапочки. Это первое с тапочками. И потом еще вторая супер сцена. А забыл мне ножички. Яки? Но цепси моя. Yeah.
Но это значит, в принципе, что она говорит, ну, мне мерзнут ноги. И вот папа спрашивает, и какие? Ну, мои. И показывает вот эти тапочки, которые опять же забыли просто. И он говорит, потому что у них такая система, они вот коммуникации, говорит, тари орел, тари орел. Дашенька целую дубу в бачкурках, значит, что она идет все время в тапочках. И он отвечает, ну то má смулу, в чем будет лыжовать? Значит, ну жал, в чем она будет кататься на лыжах? И там они используют очень часто вот тари орел, типа здесь орел, это какая-нибудь, как назвать, ну просто название, когда они так на связи. И они конечно, вот эта коммуникация такая интересная. И вот это «препинам» значит «теперь даю тебе слово». Когда они вот просто так интересно и смешно для детей разговаривают друг с другом. Тари орел! Дашенька де целую дому в бачкурках, «препинам». Доба смулу, в чем буде лежевать, «препинам». Но дети говорят, что на сердце, то и на языке. Поэтому иногда просто они говорят без никаких вот формальных вещей. Поэтому очень разговорно иногда. Тати, а приди так и ходи. Теперь еще интересно, мы пришли на то, что я сказала, что на сердце, то и на языке. Вот это на чешском языке. Что на сердце, то на языку. А вот это, в принципе, то же самое, что на уме, то и на языке. Ну, наверное, вы поняли. Ну, а это, например, вот этот вопрос. А тати, приди так и ходи. Вот змеи тоже пердят. Или они приходят в этом поезде в самом начале, а все время спрашивают у вот этих, а что это, та-та-та-та. И папам уже надоело, им говорят, ну, уж того маме дост, вот мне надоело. А вот этот мальчик отвечает, мы таки, Матисек се посрал. Типа, что... Нам тоже надоело, но Матисек сходил в туалет, даже когда вот он не сходил в туалет. Но разговорно, понимаете, что такое посраться. Пепино, už toho máme dost. My taky, Матисек se posral. Jak jsem říkala, těch situací vtipných je tam opravdu hodně. A soutěží se vymýšlí taky spousta. To uvidíte, když se na film podíváte. Но одно соревнование в самом конце уже такое, что, как говорит один из мальчиков, тата říkal, že кого не увидит целый день, ten достане медали. Значит, папа говорил, что кого он не увидит весь день, он получит медаль. Поэтому вот видите, что уже вот в самом конце все папы так устали, что они придумали такую игру, когда они могут спать весь день. Тата říkal, že кого не увидит целый день, No a na závěr si pustíme ještě takovou písničku, která zní celým filmem. A já vám k tomu řeknu, jaký je zhruba překlad. Когда я был мальчиком, я носил перо, стрелю и лук. Сейчас мне игрушки не интересуют. Я только думаю о бродящих девушках, главным образом ночью. Это же не, понимаете, не песня для детей. Но они выучили вот детей такую песню, вот именно на этом отпуске. Ну и потом продолжается. Мне нравится мир с тобой, моя дорогая Эмча. Я бы тебя, вот если перевести дословно, съел от любови. Это же говорится на чешском. Я бы хотел ласку съесть. Я тебя так люблю, что я бы тебя съел. Такое метафорическое обращение. No a teď už nás čekají jenom tři zajímavosti na závěr. Prvé je to, že Julia Satinskova uvidíte v filmě, je to takové samovo balšovo, uvidíte v filmě katať se na lyžách ne tak často, rědka, možno tak skazat. Je to iza toho, že on savsiem neuměl katať se na lyžách. Takže kada jeho druh i vod tot, který igraje starovou papu, Vladimír Postránecký, говорил прямо той женщиной режиссёры, что он, вот Юлию Сатинский, супер на лыжах. Но на самом деле он не умел кататься на лыжах. Сцена, где Яна Шульцева, одна из вот этих мам, упадёт в водосточную трубу, снималась 3 дня. Ну и последнее, в то время, когда снимали, был прям собачий мороз. И Мария Поледнякова даже когда запретила пить алкоголь всем.
i ona jména aktérov regulárně kontrolovala. Takže doufám, že po takové ochutnávce se na film S tebou mě baví svět určitě podíváte. Kstáti, jestli pěrevěstí S tebou mě baví svět, to znáčí S tebou mě nrávica mir, ili S tebou mě interesuje mir, od tak možno pěrevěstí. A je to, že prostě, jak já говорila, komedia staletia, můžete posmatrieť. Budeme určitě rádi, když nám napíšete, jestli jste ten film viděli, nebo jestli jste se podívali a líbil se vám, nebo nelíbil. A případně i který film byste chtěli, aby jsme rozebrali příště. Budeme se za vás zase těšit, pište nám do komentářů určitě nějaké svoje postřehy, dejte nám lajky, sledujte i další užitečná videa Pražského vzdělávacího centra. No a budeme se na vás těšit zase brzy, příště. Tak ahoj.